Итак, всем привет! Вы находитесь на канале Мысли Слух 2.0. Меня зовут Васильев Роман. Канал многодетной семьи Васильевых. И наш специальный проект «В одну каску». Это проект, кто не знает, заранее поясню. Кто не смотрел предыдущую серию, я пытаюсь построить дачный дом совсем один. То бишь в одну каску для нашей многодетной семьи. Итак, сегодня у нас в серии такая штука. Сегодня высота стен уже достигла такой высоты, что просто так уже туда арболит не насыпать. И приходится сооружать вот такие вот штуки. Сейчас расскажу, делаю я их из старых поддонов, ненужных отдаю, которые выбрасывают, я все забираю. Привожу, ну, распиливаю такими трапиками, делаю, сбиваю кубики, ставлю их сверху. А вот это вот форма, это из транспортной компании, обрешетка, возили там стеллажи, холодильники, тоже мне отдали в больших количествах, вот я с них пытаюсь соорудить, сейчас покажу и расскажу. Так, вот это вот видно, что обычный поддон, раз, два, три, здесь 4, 5 досочек было, они отпиливаются, ну дома я их пилил, лобзиком отпиливаю, ножки отбиваю. Вот они, валяются ножки эти с кубиками от поддонов. Ножки отбиваю. Большие ставлю на ребро. Скручиваю их между собой. Делаю такие вот растяжки. И эту всю конструкцию соединяю саморезами. И здесь получается вот как закрепить леса. Вот эти вот лесенки нам как раз очень пригождаются. То есть я ставлю впритык леса, беру саморезиком и прикручиваю вот к этим к лесенкам саморезами. Это, короче, хорошо держится, ну, достаточно прочно, еле-еле шатается. Здесь вот у меня еще ножки, вот еще стенки поперечины, я буду еще дальше собирать. Вот здесь мне такие же леса надо, вот вдоль этой стены, то есть и в той половине также. Лесенки я решил ставить со внутренней стороны, потому что здесь пол более ровный. Здесь убирали землю, выравнивали, травой уже заросло все. А со внешней стороны у меня там куча земли, и ничего не получится поставить. Здесь у меня от тех поддонов, которые остались два ряда, то есть раз, два, три трапы. Здесь, чтобы не выбрасывать, раз, два, здесь трапик в две доски получается. То есть, ну, отходов нет никаких от поддонов, только что вот эти ноги и то... Ноги я сейчас попилю на вот эти вот перемычки ножовкой. Вот они стоят. Здесь вот перемычка. Вот эти ноги, а кубики я складываю вот в уголок. Не знаю, может быть, для чего-то они пригодятся. Здесь у меня вот еще куча лесенок. Нужно будет надставлять вот здесь и вот тут. То есть высота, сами видите уже, какая высота стен. Сейчас покажу. Вот. Такая вот высота стены. Вот стена. И тут еще фундамент. Фундамент там 30 сантиметров он из земли вылазит. Здесь вот стена. То есть здесь еще не засыпано. Только сегодня только вот отсюда. Сегодня переставил сюда две досочки. Вот, если у меня рост сколько? Метр шестьдесят пять. Получается вот. Ну как-то так. Здесь еще потом в дальнейшем сделаю лесенку, чтобы было удобно подниматься туда. Можно будет с одной стороны сделать, со второй, с третьей. Лесенку зашел сразу, на лесенку поднялся. И это... И забабахал. Итак, за сегодня я успел сделать вот такие
два как леса, стремянки, козлы. Здесь вот получится раз, два, три, здесь 4, 5, 6, 7, здесь 8 и тут 9. То есть почти комнату в круг. Нужно еще вот здесь небольшую соорудить. И вот тут. И потом там в той комнате нужно будет еще тоже леса поставить вдоль двух стенок. В общем, как-то так. Вот. Сегодня у нас был день переставления опалубки. Сегодня я переставил опалубку еще на один ряд. Ну, две доски будем заливать. По две доски пробовать. Это тяжело очень, но сегодня собрал я вот тут в большой комнате леса по кругу для удобства заливания, не до конца. Ну, время уже 6 часов. Уже пора домой собираться, потому что мне там еще кое-какие дела нарисовались. Вот никак не получается мне остаться здесь на стройке и строить, Короче, первый день по сбору лесов закончен. Далее я буду собирать в той комнате и начинать заливку далее. Вы находитесь на канале Мысли Вслух 2.0, канал Магнита Семьи Васильевых. Под видео, это наш специальный проект «В одну каску». Под видео, здесь внизу ставьте лайк обязательно. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Будет еще много-много всего интересного. Слева, по-моему, под видео есть кнопочка «Поделиться». В социальных сетях, в Одноклассниках, ВКонтакте, Facebook, Twitter и прочих. Делитесь, приглашайте друзей. Ну вот, все, чего хотел сегодня показать. Увидимся, до встречи. Всем пока. Yeah, God!